Привет, друзья! В этом видео поговорим о лучшем упражнении для избавления от жира, если у вас отвисший живот. Многие делают огромное количество подъемов корпуса из положения лежа на спине. В этом нет ничего плохого, но не всегда помогает избавиться от обвислой кожи или жира в нижней части живота. Потому что, когда вы поднимаете корпус, вы даете нижней части живота расслабиться, и она становится еще слабее. Поэтому нам нужно делать обратные движения, как в этом примере. Человек наклоняется назад, напрягая ягодичные мышцы, и продолжать наклоняться назад снова и снова. Так нижние мышцы пресса напрягаются. Кожа подтягивается, и со временем живот тоже будет подтягиваться. На начальном этапе, чтобы избежать боли в пояснице, я рекомендую повторить так раз 25. Несколько минут отдохнуть, снова 25 раз, отдохнуть и еще 25 раз. Вы почувствуете, как от одного этого живот втягивается. Рассчитывайте интенсивность, следя за тем, чтобы поясница не болела, поскольку это непривычное движение. Держите ягодичные мышцы в напряжении, чтобы эта область была устойчива. Если же на следующий день болят мышцы, подождите, пока боль пройдет. Можно упражняться через день. И постепенно увеличивайте нагрузку. В конце концов, вы сможете делать 3 подхода по 50 раз и почувствуете приятные изменения в животе. С точки зрения питания, определенно здоровая диета с интервальным голоданием, но тут есть 2 момента. Первый. Углеводов должно быть меньше 10 граммов. Не 20, не 30 и не 50. Нужно урезать их употребление. Так вы заставите свое тело нацелиться на область талии. Именно там находится множество инсулиновых рецепторов, поэтому нужно снизить потребление углеводов. Это будет самым важным действием. Это поможет вам становиться все стройнее, и вместе с этим упражнением позволит подтянуть отвисший живот. Второй момент — количество жиров в вашем рационе. Если потреблять слишком много жира, тело будет преобразовывать в кетоны именно этот жир, а не телесный. Поэтому стоит поиграть с количеством жира в рационе. В итоге вы урезаете углеводы, урезаете жиры, и телу ничего не остается, кроме как использовать жир в животе. Если сделать все правильно, за несколько месяцев вы сможете подтянуть живот и сделать его более плоским. Спасибо за просмотр. Я очень ценю ваше внимание, и если вам нравятся мои ролики, подпишитесь на канал, и я буду держать вас в курсе будущих мероприятий и вебинаров, которые начнутся очень скоро.